Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Задачка 1.93 из сборника задач. 3800 задач для школьников и для поступающих в высшее учебное заведение. Задачка по теме «Равномерное, равнопеременное движение». Короче, задача такая. Тело, движущее со скоростью 54 км в час за 2 секунды, уменьшило свою скорость до 7 метров в секунду. Определить ускорение тела. Наипростейшая задача, но и в этой задачке есть, так сказать, подводные камни. Во-первых, если мы посмотрим, тут километры в час, тут минуты, тут метры в секунду. А мы с вами работаем в единой системе единиц, где основные величины – это метр, секунда, килограмм. Есть еще единицы, но в данной ситуации мне говорить о них не имеет смысла. Они из другой области. Надо перевести. Если мы поделим 54 км в час на 3,6, мы получим 15 метров в секунду, а 2 минутки – это 120 секунд. Вот все. Вот когда я это сделал, значит, задачку можно решать самым простым способом по определению ускорения. Определение ускорения – это изменение скорости за единицу времени. Т нулевое во всех задачках, если нет оговорок, всегда принимается за ноль. Ну и все. Задачка-то решена, нужно просто подставить численные значения. Ну, я так записал, а можно и так записать V2, отнять V1, как в задачке. В задачнике, вернее, сказано. Значит, 7 метров в секунду, отнимаем 15 метров в секунду и делим на 120 секунд. Что же это у нас получается? 7 отнять 15. Отнять 15 будет минус 8 метров на секунду. И нужно поделить на 120 секунд. Что же у нас получится? Почему там дано 2 минуты? Вдруг смотрю, 2 секунды. Хорошо. А пусть у нас будет 2 минуты. Чуть-чуть переделаем. Значит, возьмем калькулятор. 8 поделим на 120. И получим 1/15. Вот. Получаем 1/15 метр на секунду в квадрате, да, или 0,0666. Вот так вот, метр на секунду в квадрате. А вообще-то в учебнике, в задачнике дано просто-напросто 2 секунды. Тут я чуть-чуть перемудрил. Ну, это не имеет значения, правильно? Физика от этого, так сказать, не изменилась. Получается минус 8 метров на секунду. Поделим на 2 секунды и получим минус 4 метров на секунду в квадрате. Что это означает? Это означает, что тело в течение 1 секунды уменьшает свою скорость на 4 метра в секунду. Вот и все. Иногда можно перемудрить и сделать, так сказать, некоторые выводы. Вот интересно получилось. С одной стороны так, и та же самая задача с численными значениями другие. Но смысл-то каков был, таков и остался. Вот так вот. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Лайк не забудьте поставить. Это поддерживает мой канал. Я уже не говорю про супер спасибо. Ну, такая функция тоже есть. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.